Всем привет, вы на канале Темные Лица, меня зовут Дима. Я продолжаю проходить игру Assassin's Creed 4 Черный Фок. Я пошел шестая часть игры под названием Мудрец. Я желаю всем приятного просмотра. Кстати говоря, я надеюсь, вам клавиатура и мышка мои не сильно мешают. Напишите в комментариях, это очень мне важно знать. Еще раз всем желаю приятного просмотра. Кстати говоря, сегодня будет вторая часть прохождения, именно продолжение классной игрушки Crysis. Также 8 часов, может 8-15. Жду вас в гости, дорогие мои друзья. Погнали, надеюсь, эта миссия правда будет интереснее, чем предыдущая. Предыдущая миссия была интересная, но знаете, блин, начало нудное было, ну типа больше там диалоги, так диалоги были, я надеюсь, я ее как-то улучшил почти в середине, а? Надеюсь, она стала поинтересней. Все, погнали. К этому придурку со шрамом, тамплиеру, вообще такое. Человек, которого зовут Мудрецом. Доброе утро, Дункан. Сюда. Эдвард! Эй, Эдвард! Я нашел того, кто купит оставшийся сахар. А? Большая удача. Он назвал вас Эдвардом. А, купец, который привез меня. Ему я представился чужим именем. А, мудро. Свидимся, Боннет. Удачи. Я чуть-чуть не испортил. Вы пунктуальны, Дункан. Сюда. Вот он. Тот, кого и тамплиеры, и ассасины искали более 10 лет. Мне сказали, тебя зовут Робертс. Это так? Думаю, ты узнаешь это. Если верить преданиям, чтобы войти в обсерваторию, нужна кровь мудреца. Ключ у нас. Осталось лишь найти место. Возможно, сеньор Робертс нам поможет. Доставьте его в мой дом. Идите со мной. Столько шума из-за него. Неужто обсерватория так важна? Си, Синдуда. Обсерватория — инструмент, созданный предтечами. Она поистине бесценна. Предтечами? Ясно. В одном из писем вы сообщали о желании убить наставника Майя Атабая. Вам удалось воплотить его в жизнь перед отъездом? Я... Нет, увы. Нет, слишком много препятствий на пути. Жаль. Но благодаря вашим картам мы доведем дело до конца. Да, таков замысел. Что-то, походу, маршрут, интересное намечается, я видел, там уже видели, там ассасины прыгают, да? С крыши на крышу. Магистр. Я тоже чувствую. Главное, защищайте мудреца любой ценой. Окей, окей, я спасу его, не переживай. Ассасина, придурок. Используйте мой пистолет. Ага. Сверху! Они на крыше! Опа, выполнил задание. А я его с первого раза убил. Ну как, где вы, где вы? Блин, стараться, пока перезарядку сделаешь, а? Ах ты падал, ассасиновая, ну давай, давай. И я и вас кокну. Бля, они такие уж и трудные. Бля, такие же лошарики, я крутой самый, а? Посмотрите, я просто налево и направо их убиваю. Блин, сейчас того убью, да? Они могут быть везде. Я понял, сверху, сверху, блин, пока перезарядку сделаю, а? Так, где за перезарядок? О, ах, не достаю. О, они, короче, махаются так, а. Офигенный его, а. А даже этот дебил, блин, крутой. Блин, так это что я делаю? Эдвард, Эдвард, Эдвард. Да, блин, какие же там эти... Опа, и все, видели? Так, да, 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 так. Есть! Блин, сейчас его убьют уже, пока я там намахаюсь с ними, а. Я просто тамплиеры не справляются, даже, типа, их крутой, блин, не справляется, понимаете? Да, окей, окей, побегу, бегу, бегу. А давай, давай, только что перезарядка. Очень долго, на самом деле, представьте, перезарядка. Где мудрец? Где мудрец-то? Да блин, твою налево, слишком далеко от союзников отошел. Блин, а. Я от союзников далеко отошел. Ну бывает, блин, на самом деле, пистолет долго заряжается. Капец минус, а. Ассасины! Используйте в бою пистолет. Сверху. Они на крыше! А когда быстро перезарядку сделать, а?
перезарядку. Эдвард. Сижу быстро, лета. Теперь пистолетик. Да, не успела. Надо срочно. Следите за улицами. Они могут быть везде. Да ты что? Блин, главное сейчас пистолетами, да? Да как, ну видите, не могу я это специально использовать. Я дебил, не могу справиться просто без меня. Без моей помощи. Блин, пока я перезарядку сделаю. Блин, как же долго пистолет заряжаю, я сам. Да неужели, блядь, капец. А где я только справляюсь? Заметили, реально, ребята. Блядь, где ты, дурак? А, ну-ка, покажи, какой ты крутой. Так, где вы? Так, пока вроде все тихо. А, нет еще. Блядь. Да неужели ты хоть одного убил, придурок? Даже этот дебил с топором ничего сделать не может, прикрепить, понимаете? Какие же там плеер все-таки слабые. Защищать мудреца! Да нифига себе, у меня свалил, аж офигеть. Офигеть, выстрел на всю. На скидку. Ты куда? А, вон мудрец. Нифига себе, где мудрец, блин, еще надо за ним еще надо бежать. А, вот нифига себе, видите, как они меня валят, а? Ну падаю, а. Не попал я. Схватить! Ну, блин, опять бегать, а? Так, нападите на мудреца сверху. Окей. А тебе сверху. Ловкости не занимать. Да нифига себе, мы вазим, блин, сори, ребята. Бегом. Да, вот мудрец, сука, быстро. Вроде бы старичок, а, блядь, бегает как маячок. Ну, быстро, вообще, давай. Так вот такие кусты, Эдвард. Давай, Эдвард, ты моложе его. Не усложняй жизнь нам обоим, друг. Поймайте мудреца. Стой, ноги прострелю. Я на самом деле это могу сделать, а? Сверху на нее. Блин, надо запомнить через здание упомнить, а? Миссия 100% завершить, а? Да, бегать меня не очень люблю, на самом деле, друзья. Да чтоб твою иметь, а? Ну, умерели бы среди, хотя бы мне сейчас не могу. Где этот придурок? Где мудрец? Это достал меня бегать мысли. Блин, очень быстро бегает, честное слово, блин, очень. Классненькая миссия, интереснее, чем предыдущая. Надеюсь, вам очень тоже нравится. Блин, реально, был бы я дротик, я бы вырубил ее. Просто хочу выполнить дополнительное задание. Вы понимаете меня. Да. А, победить придется его? Ну давай поделимся с тобой, черт с ним. Я доп не выполнил, а? Жалко, а? Давай! О! Да, блин, фу, мудрец, а? Мудрец. Слабак. Неплохо, Паш. Тихо. Мы отведем его в тюрьму, магистр. Удвойте стражу. Будь я проклят. Ну и денек у нас, господа. Си, нас окружают враги. Нужно быть осторожней. Хотел бы я быть рядом с вами до конца, но, увы, должен на всех парусах идти в Англию. Ну что ж, попутного ветра, капитан. Повезет. Вернусь губернатором. С одобрения нашего дурака короля. Адиос. Что до вас, сеньор Уолпл. Надеюсь, это залог нашего долгого сотрудничества. Грасиас. И я вас. Не откажитесь поприсутствовать на допросе. Полдень. Приду. Да уж, вот шестая миссия, на самом деле, интереснее получилась, а.
Я выполнил это, но, блядь, нападение сверху не получилось, а? Так, оцениваю миссию на 6 звезд. Ну, сказать, на 5 звезд. Офигенная миссия. Честное слово, блин. Охерительная. Очень интересная. Шестая часть под названием «Мудрец» завершена. Всем спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, не болейте, не скучайте. Я вас всех люблю, мои дорогие друзья. Всем пока-пока! А что это вы тут делаете? Конец! Кино-то уже кончилось.